Екатерина. Сегодня я представлю вам мобильное приложение «Волком рекомендует». Это удобное решение, которое позволяет получать информацию по абонентскому номеру, балансу и трафику. Также это справочник по услугам «Волком». Итак, давайте вместе разберемся, какие возможности дает приложение и в чем же его преимущество. Устанавливаем приложение на смартфон или планшет. «Волком рекомендует» доступен как для физических, так и для абонентов юридических лиц. Удобно, что работает сразу для трех операционных систем – Android, iOS и Windows Phone. При этом во всех трех операционных системах приложение имеет одинаковый интерфейс. Теперь открываем приложение и сразу получаем информацию о балансе, остатке трафика и тарифном плане. Если вы оплачиваете услуги по факту их оказания, приложение порекомендует, когда и в каком размере сделать следующую оплату. Преимущество в том, что предварительная регистрация и авторизация не требуются. Достаточно включить мобильный интернет. Помимо абонентской информации, можно видеть актуальную для каждого из нас информацию о курсах валют и о погоде. Меню приложения позволяет управлять услугами. В этом поможет справочник USSD-запросов. К примеру, нам нужен роуминг. Находим в списке USSD-запрос и прямо из приложения в один клик активируем услугу. Здесь же можно просмотреть тарифы и выбрать наиболее выгодного роуминг-оператора. Кстати, тарифы доступны даже в режиме офлайн. То есть, выехав за границу, вы можете без подключения к интернету проверить стоимость звонков в стране пребывания. В разделе «Фирменные центры» вы можете видеть на карте ближайшие офисы «Волком», а также найти все их адреса. Интересно, что нажав «Позвонить 411», вы можете связаться со справочной службой для получения консультации прямо из приложения. Лента новостей позволит вам быть в курсе всех акций и предложений компании «Волком», а также ознакомиться с каталогом полезных сервисов компании. Отметим, что для получения абонентской информации достаточно включить мобильный интернет и запустить приложение. При этом все остальные возможности приложения доступны также и при Wi-Fi соединении. Удобной и приятной работы с приложением «Волком рекомендует».